Открытие выставки «Сны моего детства» состоялось на днях в стенах Центра дополнительного образования детей и молодежи Бреста. Творческая встреча объединила большое количество любителей и ценителей искусства. Автор экспозиции – 16-летняя Яна Лошкова, учащаяся образцовой студии «Декор». Это уже вторая по счету персональная выставка девушки и особенно важное, не случайное открытие состоялось в день рождения Яны. Обычно мои работы выполнены в реализме, но иногда они смешаны с сюрреализмом. Поэтому мои техники во всех моих работах разные, и я могу сказать, что каждая моя работа индивидуальная. Мне исполняется сегодня 16 лет, поэтому мое детство как бы уже заканчивается. И вот то, что от него осталось, сны моего детства. Рисунки очень личные. Они говорят о многом, о малой родине, природе и земле. Правда, вместо слов – взмах кисти. Около 20 работ представлены в разных техниках. Масло, акварель, смешанная техника. Каждый из рисунков удивляет своей сложностью и декоративным почерком. Осенней порой Яна превратилась в яркий, прекрасный цветок, который в этот раз презентует у нас персональную выставку, на которой очень много новых интересных работ, которые показывают ее внутренний мир, ее духовность. И я, как учитель, очень горда теми достижениями, которые у нас получились. Сегодня в образцовой студии «Декор» под чутким руководством Нилы Горченюк занимается порядка 50 детей. Яна Лошкова постигает приемы и законы изобразительного искусства уже 10 лет. И в скором будущем хочет стать дизайнером. И судя по творческому потенциалу девушки и трудолюбию, ее мечта точно сбудется.